Новое здание детского центра горожане и врачи-педиатры ждали 15 лет. Длинные очереди, отсутствие условий для маленьких пациентов и вечная нехватка времени у врача-педиатра теперь позади. Раньше всех детей принимали в старом корпусе центра неотложной помощи, куда вмещались не все пациенты. В новом трехэтажном здании разместились несколько отделений. Хочу пожелать, дорогой коллектив, самых главных профессиональных успехов, чтобы ребенок, который сюда поступает, получил все то, что необходимо, быстро, надежно, высокопрофессионально и качественно. В новом корпусе 250 коек хирургического профиля и 30 для новорожденных. Здесь же разместились отделения интенсивной терапии и операционный блок. Прежде они находились в старом корпусе. В центре есть и комната релаксации, где детям с помощью уникальных технологий и развивающих игрушек могут помочь преодолеть различные трудности и проблемы психологического характера. Новый корпус оснащен по последнему слову медицинской техники и современных технологий. Мы сегодня открыли новый хирургический корпус на 100 коек, в котором будут расположены два хирургических отделения, прекрасный операционный блок, который оснащен по последнему слову мировой техники, где централизованная подача кислорода. Мы получили операционный нейрохирургический микроскоп, который поднимет качество оказываемой нам нейрохирургической помощи на значительно высокий уровень, чем мы сейчас выполняем. Алматинцы до 15 лет получат здесь бесплатную помощь. Центр начнет принимать первых пациентов в ближайшие дни. Сюда будут приезжать не только со всего города, но и Алматинской области. Айркер Мегжанибек Бимагамбетов, телеканал Алматы.